Всем добрый день, я приветствую вас. Меня зовут Александр Ломакин. Я начинаю свою презентацию компании Day Smart Contract. Вопрос на миллион долларов. Хотели бы знать, как вы можете построить бизнес через интернет, работая 10-12 часов в неделю, параллельно вашей основной работе, и примерно через год начать получать значительный пассивный доход? Я надеюсь, ответ да. Предпринимательство несет в себе финансовые риски. Данные риски являются личной ответственностью каждого участника. Daisy – это краудфандинговая компания. Краудфандинг не является инвестицией в трейдинг. Краудфандинг – это вклад средств в разработку Daisy AI. AI по-русски это искусственный интеллект, artificial intelligence на английском языке. Daisy является децентрализованной компанией на основе Tron Blockchain и представляет из себя смарт-контракт. 85% прибыли, сгенерированные на средства, полученные в ходе краудфандинга, возвращаются участникам краудфандинга. Статистика торговли в прошлые периоды не является гарантией прибыли в будущем. Здесь показаны бизнесы, которые впереди планеты всей. Это Tesla, Netflix, Tahita Noni и Daisy. Daisy представляет из себя новую категорию финансового бизнеса. Это сочетание краудфандинга, значит, крауд – это как бы множество людей, как толпа по-русски. Фандинг – это финансирование на смарт-контракт, на умном контракт, прозрачным трейдингом на искусственный интеллект, AI по-английски, Artificial Intelligence. Смарт-контракт от английского слова смарт-контракт, умный контракт. Компьютерный алгоритм предназначен для заключения и поддержания самоисполняемых контрактов, выполняемых в блокчейн-среде. Такие контракты записываются в виде кода или алгоритма, существующего в распределительном реестре блокчейна, который поддерживается и управляется сетью компьютеров. Простыми словами, умные контракты позволяют обмениваться активами, не прибегая к услугам посредников, как бы людей. В данном случае посредниками могут считаться люди или компании, вовлеченные в процесс обмена активами. Это некий алгоритм, который работает, однажды будучи запрограммированным. И в данном случае мы используем, Daisy использует блокчейн монеты Tron. Я перешел на сайт coinmarketcap.com для того, чтобы показать, что же такое является Tron. Это, значит, первое место – биткоин. Да, вот сегодня цена 26315. И спускаемся ниже и на 18 месте мы видим Tron. Tron 0,27 цента. Стоимость на данный момент монеты Tron. Переходим на саму монету Tron и видим, что как бы ее цена, здесь показана ее цена, цена в в долларах США, цена в биткоинах 103 сатоши и 18 место в ранге. Также здесь можно перейти на веб-сайт. Вот так выглядит веб-сайт Tron. Децентрализация the web. Как бы этот бриллиант, он активен. Интернета. Decentralize the web. Ну, здесь некоторые данные, сколько аккаунтов открыто, транзакций, блоков и так далее. Также хочу сказать, что сегодня за последние 24 часа прошло транзакции с монетой Tron или в блокчейне Tron на 1 миллиард долларов или на 40 биткоинов. А всего капитализация монеты Tron почти 2 миллиарда. Также здесь можно перейти на Explorer. Explorer называется TronScan, который показывает все транзакции на блокчейне Tron. Вот на данный момент мы видим, как формируются блоки. А здесь прописываются транзакции по контрактам. Вот написано Smart Contracts. Вот здесь написано Smart Contract. По данным контрактам проходят транзакции. Все можно увидеть на блокчейне Tron, на TronScan. Кто такая доктор Анна Беккер? Я хочу вам представить человека, который принимает участие в смарт-контракте Daisy. Это Анна Беккер. Она является CEO, это генеральным директором и основателем EndTech и главный научный консультант Magic Square. Анна Беккер в 20 лет решила математическое уравнение, которое не могли решить около 30 лет. В 2011 году крупный брокер MF Global приобрел компанию Strategy Runner за 3,75 миллиона долларов. В 1917 году Анна Беккер стала доктором. В 1917 году доктор Анна Беккер стала членом DRC. Комитета по борьбе с мошенничеством на финансовых рынках. Доктор Анна Беккер управляла более чем 1 миллиардом средств розничных и институциональных инвесторов. Институциональные инвесторы – это имеется в виду банки и другие финансовые учреждения. Команда докторов искусственного интеллекта под управлением доктора Анны разработала более 20 торговых систем на основе искусственного интеллекта, которые успешно используются инвестиционными компаниями США, Европы и Азии. Это сайт финансовых магнатов
Finance Magnates. Третья ссылка тоже идет на сайт финансовых магнатов. Сама компания Endotech. Endotech.io – это веб-сайт. Основана доктором Анной в 1912 году. Ведущий игрок на рынке алгоритмического трейдинга. То есть трейдинга с использованием умных роботов или просто программ. С 1917 года вышел на рынок криптотрейдинга с использованием технологии искусственного интеллекта, то есть с помощью роботов. Институциональные клиенты. Показан один из скриншотов. Endotech. Здесь минимум капитал 1 миллион долларов. Некие проценты. Это дата январь 2018 года. Статистика роботов Endotech. Это дата начала. Здесь показана дата окончания. Баланс 10 тысяч долларов. Здесь показан годовой доход в процентах. Возврат в процентах 331. Начальный баланс в долларах США 10 тысяч долларов. И настоящее время баланс 104,334 доллара США. На этом слайде показан бот Ethereum 10X. Здесь показаны данные его работы. Endotech – реальный действующий бизнес в сфере финтеха, финансовых технологий. Капитализация на ноябрь 2020 года 50 миллионов долларов США. Капитал под управлением 10 миллионов долларов. Технологии DeSi AI или искусственного интеллекта – это самое передовое решение на рынке трейдинга с использованием искусственного интеллекта. Технология, на разработку и тестирование которой требуется 10 миллионов долларов и группа ведущих мировых экспертов в области искусственного интеллекта. Технология, которая заметно позволит улучшить текущие результаты торговых систем Endotech. Система краудфандинга. Верхние позиции матрицы финансируют краудфандинговые пакеты. В пакеты входят опции, пока верхняя позиция не заработает 10 миллионов. Здесь показан один человек, под которым располагаются 3 участника и под каждым по 3. IPO Endotech. IPO – это Initial Public Offer, или по-русски первоначальное публичное предложение. 5% акций партнерам пропорционально долям. 5% акций лидерам, выполнившим условия быстрого старта. Итого 10% от всех акций доступно партнерам компании DeSi или смарт-контрактам. Дорожная карта. 2012 год. Основание компании Endotech. 2017 год. Внедрение криптовалютного алгоритмического трейдинга на искусственном интеллекте. 2018 год. Начало коммерческого использования криптотрейдинга на искусственном интеллекте. Первые клиенты. Ноябрь 2020 года. 10 миллионов долларов под управлением в криптотрейдинге. Капитализация компании 50 миллионов. Декабрь 2020 года. Запуск фазы 1 DeSi. 2021 год. Финансирование 10 миллионов долларов в DeSi искусственный интеллект. Разработка технологий DeSi искусственный интеллект. Достижение 300 миллионов долларов под управлением DeSi Fund. Четвертый квартал 2021 года. Запуск фазы 2 DeSi. Четвертый квартал 2021 года. IPO Endotech на ASX. 2022 год. Внедрение торговли на Forex в DeSi Fund. 1 миллиард под управлением. 2023 год. Внедрение торговли на фондовом рынке в DeSi Fund. Смарт-контракт на Троне. Смарт-контракт позволяет автоматизировать взаимоотношения между партнерами, клиентами и фондом. Блокчейн Трон позволяет масштабировать сеть и краудфандинг, имея при этом минимальные расходы на комиссии сети. Смарт-контракт является гарантом прозрачности системы. В данной системе невозможно терминировать партнеров, невозможно присвоить средства. После запуска смарт-контракта система становится полностью децентрализованной, и все в этой системе имеют равные права и возможности. Краудфандинговая возможность. Краудфандинг. Пакеты с 1 по 7. 50% идет в DeSi Fund. Пакеты с 8 по 10. 70% идет в DeSi Fund. Стабильная прибыль на протяжении последних 3 лет. Полная прозрачность торговли. Возможность вывода прибыли в любой момент. 15% от вводимой прибыли идет в реферальную программу. А еще 15% прибыли идет в DeSi Fund в качестве комиссии. Пакет с 1 по 7 50% идет в DeSi Crowd. Пакет с 8 по 10 30% идет в DeSi Crowd. Получите акции Endotech еще до IPO. Верхняя позиция финансирует DeSi Искусственный интеллект 2.0. 46% выплаты в реферальную программу. 10 уровней инвестиционных пакетов. Все начинают с пакетов 100 долларов. Слайд 19.
На нем показаны краудфандинговые пакеты. 10 краудфандинговых пакетов. Пакет 1 – $100. Итого вложено 100 в трейдинге. 50, Desi Crowd 50, доли в 5% пуле акций 1, пакет номер 2, $200 стоит. Итого вложено 300, в трейдинге 150, 150 Desi Crowd и 3 доли в 5% пуле акций. Пакет 3, $400, 700 вложено всего, 350 в трейдинге, 350 в Desi Crowd, 7 долей в 5% пуле акций. Пакет номер 4, $800. Стоит. Вложено всего $1500, в трейдинг 750 уходит, 750 в краудфандинг, 15 долей 5% пули акций. Пакет номер 5 стоит $1600, всего вложено $3100, в трейдинг 1550, в крауд 1550 и 31 доля 5% пули акций. Пакет номер 6 стоит $3200, 6300 вложено всего, в трейдинг идет 3150, 3150 в Desi Crowd и 63 доли в 5% пули акций. Пакет номер 7. $6400 стоит. $12700 вложено всего. $6350 в трейдинг идет. Desi Crowd идет 6350 и 127 долей в 5% пули акций. Пакет номер 8. $12800. Итого вложено $25550, в трейдинг идет $15310, в Desi Crowd идет $10190 и 255 долей в 5% пули акций. Пакет номер 9 стоит $25600, итого вложено $51100, в трейдинг отправляется $33230, в Desi Crowd отправляется $17870 и вы получаете 511 долей в 5% пули акций. Пакет номер 10 стоит $51200, 102300 вложено всего, $69770 отправляется в трейдинг, в Desi Crowd $33230. И 1023 доли в 5% пуле акций. 50,7% идет в Делифа. 3 года высокой доходности. Полная прозрачность, возможности вывода прибыли в любой момент. 15% прибыли идет в реферальную программу. Также 50,30% идет в Desi Crowd. Получить акции Endotech до ее выхода на IPO. Верхняя опция финансирует Desi Искусственный интеллект 2.0. 46% выплаты в реферальную программу. Реферальная программа. Основные пункты. Доход на входе. Глобальная матрица 3 на 10. Прямой бонус с продажи. Matching бонус с матричного дохода. Бонус быстрого темпа. Бонус Infinity с продаж. Или Infinity бонус с продаж. Резидуальный доход или пассивный доход от выводимой прибыли. Линейный бонус прибыли на 10 поколений. Резидуальный бонус Infinity с прибыли. Акции компании. Акции при покупке любого пакета и при быстром старте. Матричный бонус. Уровни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть всего 10 уровней. Количество лично приглашенных. Чтобы получать матричный бонус с 1 и 2 уровня, у вас нет требований к лично приглашенным. Объем покупки первой линии. Not apply. То есть не обязателен. Не обязателен. Участники в матрице 3-9. То есть все участники попадают в матрицу 3 на 10. Вы приглашаете столько, сколько можете и сколько хотите. Но все выстраиваются. Матрица 3 на 10. 3 человека в первом поколении. В первой линии. Дальше все падают уже во второй уровень, личные приглашенные в том числе, и в том числе перелив, то есть люди, которые были приглашены вышестоящими руководителями. Во втором уровне 9 человек, бонус с пакета с 1 по 7 4%, 4% с уровня с 1 2, значит с 3 3%, бонусы с пакетов с 8 по 10 2%, 2% и 3 1,5%, значит бонус с пакетов $100, 12%, $12, на втором уровне 36, на третьем 81. Бонус пакетов 1 по 7. На первом уровне $1524, на втором уровне $4572. Бонус пакетов 8-10. На первом уровне $5376, на втором уровне $16128. Далее третий уровень. Количество партнеров. 3. Это требование к лично приглашенным партнерам. Общий объем их покупок должен составить $1000. Количество участников на третьем уровне 9 на 3, 27. Бонусы с пакетов с 1 по 7 3%, с 8 по 10
с 1,5%, бонус из пакетов $100 81%, бонус из пакетов с 1 по 7 $10,287 и бонус из пакетов 8-10 это $36,288. Четвертый уровень. Требование 6 личных партнеров. Чтобы получать четвертый уровень, нужно иметь 6 личных партнеров. Общий объем их покупки их пакетов должен составить $2000. Ну, естественно, в матрице их уже 81, 27 на 3, 81. Бонус пакетов 3%, бонус пакетов 8-10, 1,5%, бонус пакетов $100, $243, бонус пакетов 1-7, $30,861, бонус пакетов 8-10, $108,864. Пятый уровень. Чтобы получать доходы с пятого уровня, нужно иметь 9 лично приглашенных. Общий объем их покупок должен составить $4000. Участники в матрице 243 человека, это 81 на 3. Бонусы с пакетов 1,7 – 3%, бонусы с пакетов 8,10 – 1,5%, бонусы с пакетов $100 – $729, бонусы с пакетов 1,7 – $92,583, $326,592. Уровень 6. Количество личных партнеров 12. Для того, чтобы получать с уровня 6. Общий объем их покупок должен составить $8000. 243 умножить на 3, получится 729 участников. Бонус пакетов 1,7 – 3%, бонус пакетов 8,10 – 1,5%, бонус пакетов $100 – $2187, бонус пакетов 1,7 – 277 – $1749, бонус пакетов 8,10 – 979 776 долларов. На седьмом уровне у вас должно быть 15 лично приглашенных, общий объем их покупки пакетов $16000. Участники в матрице становятся 2187 человек. Бонусы с пакетов 1,7 – 3%, бонусы с пакетов 8,10 – 1,5%, бонусы с пакетов $100 – 6561 доллар, бонусы с пакетов 1,7 – это 800 тысяч, бонусы с пакетов 1,7 – 833 247 долларов, бонус пакетов 8-10 – 2 939 328 долларов. На восьмом уровне у вас должно быть лично приглашенных 18 человек. Чтобы получать на восьмом уровне, у вас должно быть лично приглашенных 18 человек, объем закупок которых должен составить $32000 в сумме. Участников матрицы на восьмом уровне 2187 умножить на 3 – это 6561 человек, 3% с 1-7 пакета, 1,5% с 8-10 пакета, бонусы с пакетов 10 в $100, бонусы с пакетов $100 составляют $19683, бонусы с пакетов 1,7 составляют $2499, $741, бонусы с пакетов 8,10 составляет $8817, $987. Бонусы с пакетов 8,7 составляет $8817,984. Чтобы получать бонусы с 9 уровня, у вас должно быть 21 лично приглашенный, 64 тысячи общая сумма их пакетов. Участники в матрице становятся 19683 человека, 4% с пакета 1,7, 2% с пакета 8,10. Бонус с пакетов $100 – $78732. Бонус с пакетов 1,7 – $9998964. Бонус с пакетов 8,10 – $35971936. Десятый уровень. Чтобы с него получать, у вас должно быть лично приглашенных 24 человека. Объем закупок первой линии их должен составить $128000. Участники в матрице становятся 59683 человека, это 4% вы будете получать с пакетов 1,7, 2% с пакетов 8,10 и бонусы с пакетов $100 составят $238732. Бонусы с пакетов 1,7 составят $29996892. Бонусы с пакетов 8,10 составят. Бонусы с пакетов 8,10 составят $105815808. Итого, total, всего, у вас лично приглашено должно быть 24 человека, чтобы получать со всех уровней. Объем закупок вашей первой линии составит $128000. Участников матрицы всего на всех 10 уровнях составит
88 572 человека. Бонусы всего по всем уровням 3-4% вы получите. Бонус с пакетов 8-10-17%. Бонус с пакетов 100 долларов 346 996 долларов. Бонус с пакетов 1-7 43 миллиона 746 тысяч 420 долларов. Бонус с пакетов 8-10. 154 миллиона 318 тысяч 80 долларов. Итого общая сумма 198 миллионов 64 тысячи 500 долларов с матричного бонуса. Глобальная матрица. Каждый партнер занимает место в структуре, купив пакет 100 долларов. То есть все мы начинаем с пакетов 100 долларов. Здесь показано, вы, у вас выстраивается 3 человека или лично приглашенных, или попавших вам переливом. У каждого из них также выстраивается по 3. И на первом-втором уровне нету никаких требований для получения дохода. Да, но начиная с третьего уровня, это Generation 3, на нем будет 27 человек, у вас должно быть личных уже 3 человека. И общий объем их покупки в 1000 долларов. Ну, это повторяется предыдущий слайд 21. В принципе, это показано. Далее, чтобы зарабатывать с пакетов, продающихся в каждой матрице, вам надо лично иметь такие же пакеты. То есть, если под вами человек покупает пакет в 200 долларов на вашем первом уровне, то получаете с этого пакет, только если у вас у самого пакет в 200 долларов. Далее. Чтобы получать пакет, комиссию с пакетов 3 и 10, то там 3 это уже 400 долларов стоит пакет, то вам нужно иметь, чтобы получать комиссии с 3 по 10 уровни, вам необходимо выполнить условия. Да, ну вот эта стрелочка показана, то, что мы только сейчас рассмотрели. То есть это вот у вас должно быть у 3 человека на 3 уровне, общий объем 1000 их пакетов закупка. У вас должно быть 6 человек на 4 уровне, общий объем их покупок 2000 и так далее. Можно здесь рассмотреть. Слайд 23. Пакеты в матрице. Все начинают с пакетов 100 долларов. Вот мы его выбираем, добавляем в корзину и покупаем. Уровень в матрице. С 1 по 10. У нас матрица 3 на 10. И всего у нашей матрицы будет 88 572 человека. Это показано. 3, 9, 27, 81, 243, 729, 2187, 6561, 19683, 59 683 человека. Итого 88 572 человека. Каждый новый уровень в матрице открывает инвесторы 200 долларов. Получают бонусы с пакета 200 долларов. Ну, то, что я только что сказал в предыдущем слайде. То есть код, кнопочка «Купить» будет работать в вашем кабинете. Инвесторов 400 долларов пакет, это следующий пакет, то есть пакет первый 100 долларов, второй пакет 200 долларов, третий пакет 400 долларов. Получает бонусы с пакета 400 долларов, который куплен под этим человеком. Каждый новый уровень в матрице позволяет вам зарабатывать при покупке пакетов не выше вашего личного. То есть, чтобы получить бонусы с пакетов в 200 долларов, у вас должно у самого быть пакет 200 долларов. Ваш личный пакет напрямую определяет, с каких пакетов вы зарабатываете по матрице. При покупке пакетов выше вашего личного матричные комиссии компрессируются, идут выше. При покупке одним из ваших партнеров нижестоящих пакета выше вашего личного, то матричные комиссии поднимаются вверх, мы называем это компрессией. Личные рефералы. Вы получаете 5% прямой бонус с личных продаж любого пакета, плюс 10% с матричного дохода партнеров первой линии. Далее, нет квалификации на прямой бонус, а также все бонусы выплачиваются мгновенно. Бонусы быстрого темпа. Квалифицируйтесь на 3 по 9 уровень матрицы в первые 30 дней бизнеса и получите еще один уровень квалификации. Вот здесь показано уровни. 1, 2 не нужна квалификация, а 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 нужна квалификация. Объем продаж первой линии показан. Это опять же из слайда 21 повторяется. А требования к объему продаж линий. Квалифицируйтесь на 10 уровней матрицы в первые 30 дней бизнеса, и вы получите доли в группе 1,1% глобальных продаж и доли компании в пуле акций 5%. Бонус Infinity с продаж. Первое. Достигли 1 миллиона в продаж в первые 30 дней в бизнесе. Или
Второе. Достигли 10 миллионов в продажах накопительно, с условием, что одна ветка может давать не более 50% от общего объема. То есть три ветки всегда у всех. И здесь сказано, что одна ветка дает не более 50%. То есть еще две остальные ветки, вторая и третья, должны давать а другие 50%, ну там по 25%. Бонус Infinity с продаж. Получаете 1% от всех квалифицированных пакетов и всей выводимой прибыли со всех уровней своей личной структуры. 100% matching бонус с первого поколения квалифицированных партнеров DAISY Infinity Club. Они заработали, скажем, 10 тысяч долларов, и вы получаете 100% matching бонус. Вы тоже получаете 10 тысяч долларов с первого поколения квалифицированных партнеров DAISY Infinity, а также 50% matching бонус со второго поколения квалифицированных партнеров DAISY Infinity Club. 1%, потом 100% matching бонус и 50% matching бонус со второго поколения. Слайд 27. Резидуальный или пассивный линейный доход с выводимой прибыли. Данный бонус выплачивается, когда партнер выводит прибыль. Квалификация на первое и второе поколение не требуется. Квалификация на третье и десятое поколение – зеркальная с квалификацией в мат. Динамическая компрессия позволяет зарабатывать с более низких уровней. Поколение с 1 по 10, там смотрится 3 на 10, бонусы с прибыли 3,5%, 1%, 1% и далее 1% до 10 уровня. Резидуальный бонус Infinity. Первое. Достигните 1 миллиона в продажах первые 30 дней в бизнесе. Или второе. 10 миллионов в продажах накопительно, с условием, что одна ветка может давать не более 50% от общего объема. Резидуальный бонус Infinity. Получаете 1% от всех квалифицированных пакетов и всей вводимой прибыли со всех уровней своей личной структуры. Вот здесь показано. 100% matching бонус с первого поколения квалифицированных партнеров DAISY Infinity Club. Вот здесь показано. 100% matching бонус с первого поколения. 50% matching бонус со второго поколения квалифицированных партнеров DAISY Infinity Club. Три категории клиентов. С первого по седьмой пакет 50% идет фонд. С восьмого по десятый пакет 70% идет фонд. VIP-клиенты 100% идет фонд. VIP-клиенты. После покупки 10 пакетов вы становитесь VIP-клиентом и получаете следующие преимущества. 100% инвестиций идет в торги. Торги проводятся на личных счетах клиентов через IP-ключи. EndoTech оказывает вам поддержку. Вы платите 20% комиссии при выводе прибыли вместо 30%. Маркетинг программы VIP-клиент. При входе клиенты платят входную плату 5% от суммы инвестиций непосредственно компании EndoTech. При входе прибыли выплачивается комиссия согласно таблице ниже. Квалификации работают так же, как в обычном маркетинге. Работает динамическая компрессия. Здесь показано поколение матрицы 3 на 10, 10 поколений в глубину, бонус прибыли 1%, 1%, 1%, ну, везде 1%. Прозрачность торговли. Ежемесячный аудит от международных компаний. Живые торги на личных счетах VIP-инвесторов. Живые торги на личных счетах тестеров. Как работает кабинет? Здесь показан DAISY кабинет на вашем смартфоне. Мы меняем правила игры в MLM. Первое – это прозрачность. Второе – реальность. Третье – долгосрочность. Четвертое – легальность. И пятое – это глобальность. Рабочая карта DAISY. Ну, основное DAISY. Трон – валет. Троны поступают в DAISY. Часть поступает в EndoTech. Stack. Так это акт. Дальше. Часть идет в DAISY Fund. Вознаграждения идут в ваш трон валет. Согласно алгоритму смарт-контракт. Идет DAISY Crown и также распределяется по маркетинговой матрице. Как зайти в систему? Первое. Скачайте приложение Tron Wallet. Второе. Приготовьте троны минимум на $100. Получите ссылку пригласителя. Купите первый пакет и займите место в матрице. Но первый пакет стоит $100. Намеченный старт фазы 2 на 4 квартал 2021 года. Это регулируемый хедж-фонд. Вместе мы творим историю DAISY. Вам спасибо за внимание. Мои контакты находятся под видео. Присоединяйтесь, задавайте вопросы. Всем всего хорошего.